إن المشكلة اليوم في بعض المساجد يعني عندما يدخل داخل المسجد هو لا يظن أنه دخل مسجد هو ممكن دخل كافي صحيح؟ لماذا؟ يلعب في هاتف يشرب شاهي قهوة ينام صحيح أو لا؟ يعني أصبحت بعض المساجد يعني تدخل يصور صحيح والله حتى في مسجد نبوي في المسجد الحرام يصور يعني كأنه هو دخل للتصوير إخراج فيلم فقط نعم متحف Проблема в наше время как вот, вот в этом, да, в этой теме. Бывает, что некоторые люди заходят в мечеть, и они на самом деле заходят, не чувствуют, они, как будто они зашли в мечеть, да, в мечеть, там место поклонения Всевышнего Аллаха. Они как будто зашли в какую-то кофейню, да, или в какое-то интересное место, где можно там сфотографироваться, или пофоткать какие-то вот красивые там строения и так далее, да. Заходят, начинают там играть в телефоне, да, и подобные вещи. Или заходят в мечеть пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, там, здесь фотографируют, да, как будто они зашли в какой-то музей, да, субханаллах. Аш-шейх аль-Худайфи хафизаху Аллах. في خطبة الجمعة هو في المنبر يخطب جمعة ناس تصور كل ناس أكاد يفتحون جوال يصورون أيوة Шейх Худайфи, да хранит его Аллах, один из имамов, да, мечети Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, бывает, что хутбу дает в минбаре, это, да, на минбаре дает хутбу, и все люди на этот, направляют на него камеры, на телефоны, и его снимают. فهو يغضب الشيخ И шейх один раз, он сильно разгневался. كيف خطبة جمعة أنت تصور? Как, говорит, здесь пятничная хутба. Хутба, а ты за этот, هو يوقف الخطبة في وسط الخطبة يقول اتقوا الله كيف تصوروا لا يجوز عندما يبدأ هو هذا بالإنكار يقوم كثير ناس يصور هذا. Он говорит, я однажды он давал хутбу и вот так начал прям посередине хутбы, говорит, начал их порицать. Говорит, Как вы здесь хутба, пятничная хутба, как вы можете снимать? Что вы снимаете? Это не назвали и так далее. И тогда он, когда начал это сильно порицать, поднял голос, еще больше людей начали снимать. Все встали, говорит, начали, достали телефон и начали снимать. И после этого он уже никогда так не делал, говорит, потому что видит, что еще больше начинают снимать.